В Саратове появится памятник строителям города. В реконструированном сквере в Ленинском районе изменили все. Прежними остались лишь зеленые насаждения. Но и их постепенно заменят на молодые деревья. В центре парка уже установлен монумент. Новую зеленую зону осмотрел глава города. Подробнее в сюжете Екатерина Ковальчук. Старые лавочки, отсутствие детской площадки и потрескавшийся асфальт. Теперь от прежнего облика сквера в Ленинском районе не осталось и следа. За несколько месяцев зеленую зону полностью облагородили. Положили новое асфальтовое полотно, установили лавочки и освещение, а также оборудовали детские площадки. До этого здесь было неблагоустроено, неудобно было здесь гулять, не было лавочек, не было для детей площадки. А сейчас здесь все красиво. Здесь есть площадки, можно гулять, можно кататься на велосипедах, с друзьями отдыхать. Ну, даже можно пикник устроить летом. Здесь все прекрасно. Идешь, душа радостна. Спасибо этим строителям, что это сделали. По словам главы Саратова, такой сквер должен стать примером для благоустройства зеленых зон. Для этого из городского и областного бюджетов выделяются денежные средства и привлекаются финансы представителей бизнес-сообщества. Одно из приоритетных направлений города – это создание благоприятных условий для жизни горожан. Поэтому все, что вот в этом слове звучит, оно все делается. Привлекаем таким мероприятием, в общем-то, спонсоров. Всегда люди отвлекаются, бизнесмены. Здесь тоже принимали некоторые бизнесмены в помощь. В центре сквера строителей, названного в честь рабочих, возводивших Саратов, появился памятник. За 4 года это уже 11-й благоустроенный сквер в Ленинском районе. Замечательный сквер получился. В благоустроенной территории 2 гектара, скамейки, детская площадка, велосипедная дорожка больше километра. Поэтому, в общем-то, приглашаем всех жителей Ленинского района, кто здесь живет, приходить, отдыхать. И, в общем, дышать здесь свежим воздухом. Работа по благоустройству зеленых зон будет продолжаться. В будущем году планируется привести в порядок еще несколько скверов в других районах Саратова. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.